Как-то, ну, более ярким становиться. Нужно аплодировать, поддерживать бойцов. Они будут это чувствовать и ускоряться. Верят, что лишь сочетание знания, отваги и веры могут принести победу достойнейшую. Итак, говорится, вот они едва-ли, партия защитников и партия ответчиков. Держится ли перед вами? Ну, уже первый перед вами, значит, самое время. И есть секунд до конца. Две, одна, стой, бой! На последней секунде прям поменяли сюда. Освистайте! Свистите его! А то, как его соратника, когда не вступает, Маркизу Богу Кашуеву ни в похоти не выйдет. Ужасный поток на крошках пасти. Любезный сердце, словно песчинка на дискуссии. На скакуне, подобно своему наезднику, во всей своей скрипительной пошлости. Крепану пристает, и его мрачество, потом под пляж. И выступает он на наших турнирах. Осталось 30 секунд. Где ваши грамоты? Они еще и во время боя успевают переговариваться. Дизайн-то из вас стоит жалеет? Все, кончилось ваше время. Да-да-да, вот так, вот так, вот так, да, ты бездельный. Николя, ты не урок. 10 секунд. Да хватит вам, морать твои бумаги. 5, 4, 3, 2, 1, стоп, бой. Горюнов или Свиридов? Горюнов слева, Свиридов справа. Кто победил, по-вашему, зрители? Что? Горюнов? Со счетом 30-28 победу одержал Артем Горюнов!